Так, давайте отсюда сейчас будем собираться. Встречаются каждый день. Время репетиций все дольше и дольше. Хореографический коллектив «Лаборатория» готовится к финалу созвездия Йылдызлык. Девочки и мальчики вот уже который год подряд выступают на сцене «Уникса» и «Пирамиды». Но мы, так скажем, работаем над хореографией, работаем над качеством исполнения. То есть у нас проходят специальные уроки для того, чтобы отработать технику, носочки, спину, корпус, руки. Всего в коллективе 35 юных талантов. Большинство, конечно же, девочки, но и мальчики тоже есть. Саид Садриев – один из них. Птицы, потому что в нем слишком много энергии, кладешь всю душу в репетиции, чтобы в выступлении ты не ошибся. Подготовку к фестивалю коллектив начинает уже с самой осени. В ноябре приступили к репетициям танцев. Оба народные – русский и татарский. Я совершала иногда ошибки, но старалась не показывать это и продолжала танец. Каждый день я не устаю, но по чуть-чуть устаю. Зональный этап фестиваля созвездия Йылдызлык стал праздником не только для детворы, но и для наставников. Нагрудным знаком за достижения в области культуры награждена заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорта Ильмира Ахметова. На концерте ей торжественно вручили республиканскую награду. Эльмира Саматовна, бу алкышлар сизнин хурметка яңгырай. Ильмира Ахметова работает в области культуры более 10 лет и воспитала несколько поколений конферанса. Ее воспитанники являются участниками фестиваля созвездия Йылдызлык и каждый раз занимают призовые места. Суперфинал фестиваля созвездия Йылдызлык состоится в Казанском Униксе 17 по 21 апреля. Гала-концерт запланирован на 22 апреля. Заключительный гала-концерт, где объявят имена обладателей гран-при фестиваля, пройдет 29 апреля в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Светлана Ханова, Гульнагиль Мулина, Фаиль Шайхудинов, Рамзиля Багудинова. Новости Татарстана.